Утро. Хочется просто вовремя начать. Уже на самом деле московские урологи к этому приучены. Много лет назад мы понимали и понимаем, что все проходит одновременно, или одновременно, как это правильно сказать, и все думают, что просто проходят две школы. У нас предыдущая школа стандарта урологии, которая сейчас начнется, и мы ее откроем в зале абрикосов, и продолжение, пятая московская урологическая школа, принципиально новая, которая проходит здесь, в зале Сеченов, для тех, кто уже на школе был и слушал все вот эти вот четыре школы. Поднимите руки в зале, кто был на всех четырех школах? На всех четырех, конечно, с первой по четвертую. Примерно половину. Очень хорошо. Очень хорошо. Дело в том, что... Нет, на всех четырех мы понимаем, что на повторных школах быть не нужно, естественно, было. А вместе с этим проходит также и ассамблея московская, медицинская. Тоже вы это знаете. Сегодня. И очень большое событие на этой московской ассамблее. Олегу Борисовичу Ларану, ну, вы все прекрасно знаете его, это наш учитель, ну и, наверное, учитель многих. Сегодня вручается диплом «Лучший уролог». Я, конечно, должен буду отъехать и поздравить Олега Борисовича. Но это для информации. Мне хочется открыть пятую московскую урологическую школу, где наши все московские специалисты, которые имеют, по моему мнению, очень уникальную возможность сегодня послушать ведущих наших специалистов по, как мы это всегда говорили и говорим, смежным направлениям. Это лучевая диагностика, и мы очень рады приветствовать Наталью Алевтину Рубцову, очень приятно. Мы рады очень приветствовать Валентину Евгеньевну Щевелеву, которая тоже занимается лучевой диагностикой. Не нужно представлять Юлию Юрьевну. Все Юлию Юрьевну прекрасно знают, Андрееву, которая работает с урологами так тесно, что просто, мне кажется, даже... Да, Марта Владимировна Ковыльна будет, абсолютно точно, не беспокойтесь, меня спрашивали в кулуарах. И потом будет секция «Живая хирургия». Она почему «Живая» называется? Потому что будет представлена видеосекция, как всегда, и будет дискуссия очень большая. Ну и завершит модуль пятый, это сессия пятая называется, пожалуйста, функциональная урология. Это программа зала Сеченов.